Всем хаюшки, с вами как всегда Сокплей, и сегодня за долгое время поиграю на сервере, а именно в Майнкрафте. Ну, поиграем сегодня в мини-игры по типу как Bedwars, Skywars, там это в прятки попробуем, это все такое. Ну, не будем томить, а я буду начинать. Но вы пока что не забудьте поставить лайк на видосик, а также, если вы не подписаны, подпишитесь на канал обязательно. А также прожмите на самый верхний колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, Bedwars и вот Skywars. Что первое? Давайте для разминочки Skywars, ну или уж для разминочки на Bedwars выбирать, не знаю, но ладно. Что выбрали, то выбрали. Так, угу. Ага, а я тут этого ничего не понимать. Ну, давайте выберем вот это. Skywars Mega. Не знаю, что тут будет, конечно, но очень интересно. Слушайте. Так, отчет. Так, побегаем, походим. Посмотрим, что тут. Ну, ничего такого, в принципе, я бы сказал. Так, вот это что? Угу. Понятно. Так, пустота там. Но лучше туда не пойдем. Да, блин, что тут? А, ну все. Теперь ждем. Это было на самом деле не таймер. Да. Ну, это не подумайте, что я не умею читать. Я просто думал, что это. Как раз я думал, сразу, когда наберутся игроки, сразу начнется, а тут еще таймер счет. Ну ладно. Все, поехали. Так, сундук. Вижу. Поехали. Блин. Все своровали. Так. А я могу что-то добывать тут по типу алмаз? О, имба начала, слушайте, так. Ой, еще один. Так, снежки, лук. Угу. Так, о! Спасибо, чел, спасибо. Лучший. Просто имба, слушайте. Добрые игроки. Я только начал, уже сразу какой-то игрок мне подогнал еще одни ресурсы. Так, сундук. Конечно же, открываем его. И что там так? Вот, нам нужен шлем, какая-то земля странная. Ну ладно, возьмем. Так, также нагрудник. Так, отлично. Вот что-то есть у нас. Так, ага, вот. И, о, все, шлем есть у нас. Итак, ну это может положить это. Так. Так, и добываем последний. Так. Надеюсь, хоть бы там накрутник. Да нет, еще одни ботинки. Ну мне это уже не надо. Так, давайте лишнее складывать сундук, чтобы было удобнее. Ну нет, ну алмазные ботинки, конечно, хороним. Нет. Потом отдам кому-нибудь. Так, ну если кто-то будет добрый. Ну, давайте, лучше для разнообразия будем еще другие руды добывать. Так, вот, стрелы, отлично. И пока что никто... Ну, тут уже битва как бы началась. Так, о, блоки, это то, что надо. Так, что еще? Во, очень много железа, очень много. А там стрелы. Но это нам то, что надо. Так, и блоки, обязательно. Так, а вот что изумруд хватает? Вот это. Огнеупорность. Ну, кстати, это покажу. Ну, сохраним. Так. Ой. Ага. Ну, почти одинаково. Так, ну, так. Это так. Нам нужен хоть бы какой-то нормальный еще меч. Так, ищем еще алмазную руду. Где она бы не находилась, думаю, обязательно ее найдем. Во! Я же говорил! Ну, мои слова верны. Да блин, еще алмазные ботинки. Дайте алмазы на крутик, пожалуйста. Мне больше ничего не надо. Ну, еще надо меньше, нормально. Так, Redstone,
что и с Новым годом. А, ничего. Так, что и золотой руд? Так, железный нагрудник, ну нам... А, не, надо. Все. Нормально, нормалё. Там дерево это не знаю зачем. Так, что тут? Ого, еще блоки. Так. Стрелы, в принципе, можно сюда положить, пожалуй. Так, ну меня пока что не грохнуло. Это хорошо. Так, вот еще изумруд. Так, что тут? Ага. Железный шлем. Железные поножи. Так, мне бы нагрудник. Во, нагрудник. Вот. А, нет, это кольчуга, но он. Пусть будет. Так, еще. Да, я не хочу сразу в бой идти. Вы сейчас назовете меня трусом, но надо подготовиться. Короче, понятно, из лазурита ничего не падает. Ой, уже почти алмазный свет, так-то так, лучше будем отходить, откуда у него все алмазный свет. О, отлично, добываем. Да блин, а какие штаны, мне нужен алмазный нагрудник. Алмазный меч. Так, острота один, отлично. Так, да блин, да вы серьезно? Где алмазный? В смысле? Серьезно? Вы сейчас серьезно? А, короче... Серьезно, я первый... Подождите. Я первое место просто так сажу? Вы серьезно? Я просто так занял первое место? Блин, ну так неинтересно. Ну, однако прикольно, что я сразу первое место занял. Просто так ничего не делал. Ну да, я добывал, ну, этого ресурса. Искал эти ресурсы, ну, блин. Просто все сдохли, я остался один, и я занял просто так первое место. И также, ну блин, я не знаю, но это как-то странно. Поставьте лайк обязательно, чтобы вот вам так везло. Ну, это очень круто. Так, паркурчик, поехали. Давно им не занимался. Думаю, без паузы, главное, смотрите. Это все, ну. Ай. Так, я что-то наговорил. Так, давайте просто пока что паркурить. Я хочу еще раз играть, потому что, блин, я считаю, что это как-то... Это как-то несправедливо, что я просто так выиграл. Я хочу по-честному. Так. То я не знаю, хорошо ли я пвпхаюсь. Просто я уже давным-давно не пвпхался и не играл на серверах со всяких. Так что ж, надо еще один раз играть. Да блин, игрок, давай какую-нибудь уже этого. Давай. Кто-нибудь заходите. Так. Не открывается. Ну ладно. Так. Очень современные технологии. О, таймер, наконец-то. Так. Ну, ждем. Один. Подготовка мира. И вот. Так, ничего себе, а вот это уже хорошо, имба, забираем. Так, нафиг все берем, что видим, неважно, что мы видим. У нас такие развалялись просто так. Так, вот это, так, железный меч, то, что надо. Отлично. Надеваем все по-быстренькому. Блин. Так, вот. Все, готово. Теперь дальше мы будем... Эй, ты хороший. О. Да не надо мне твои ресурсы, не буду тебя трогать. Серьезно, я же добрый. Я слишком добр, чтобы кого-то убивать. Так, добываем железную руду. Там стрелы, а также, ну, еще что-то другое. Как говорится, пригодится. Ой.
Так, быстро. О, алмазный шлем, алмазный шлем. Алмазный шлемчик. Да, очень вежливо, я, конечно, сказал. Я навежливый. Так, строимся, строимся, строимся. Не будем на одном острове торчать. Ё-моё, я чуть не упал. Я так дёрнулся, ё-моё, резко. Так, вот, алмазный меч. Хоть и без очар, ну пофиг, это уже тоже хорошо, неплохо. Так, давайте, во. Так, строимся, строимся, так, так, так. Так, отлично. Вот, алмазная руда еще. Так, тут, о, а тут какая-то книжка уже выпала. Так, ну, блин, почему выпадают все одно и то же? Ну, ладно. Так, еще один алмазный меч. Не надо, не надо. Не надо. О, а вот это уже надо. Надо, надо, надо. Так, добываем тут. Во, алмазные ботинки. Скоро алмазный сет брони. Это уже хорошо. Давай штаны, штаны. Да, блин, ну ладно. Ладно, ничего страшного. Так, вот тут попробуем. Так, а чего у меня нету? Ага, штанов. Сначала не было нагрудника, а теперь нету штанов. Идеально. Так, вот так строим. Подстраиваемся. Так. Интересно, я один вообще не замечаю в рекомендациях видео по Бедварсу. Ну, или Скайварсу хотя бы. Потому что я что-то такое уже не замечаю в Ютубе. Так вот. Не. Ой. Ой. Нифига себе. Ну какая же ты крыса. Иди сюда. Иди сюда. В бездну. О, нифига себе. Нифига себе. Оказывается, вот что это за сундуки. Сок Пуэ любит сундуки. Так, это вообще тема по Бравл Старсу. Так, это что у нас? Да, у меня весь инвентарь заполненный. Да, у меня нету штанов. Надо искать штаны. Но я уже кого-то убил. Ну, хотя он сам отлетел потом. Ну, ладно. Ну, ладно, засчитаем как килл. Так, тут... Дайте мне штаны, и я пойду пвпхаться. Давайте штаны мне, и все. Ну, алмазный, алмазный. Ё-моё, боже мой. Так, вот так построим, построим, построим. Так, это что? Ох, май гад. Нет. Да блин, скомпа, ё-май! Скомпа, наверное, сражался, это, ну, я не знаю, ну или очень профессиональный. И пошлите в Бедварс. Давно я там не был тоже. Но я чаще всего Бедварс играл. Так, выбираем. Так, выбираем. А есть мега? Есть мега? Ну ладно. Так. Давайте в Бедварсо. Вот туда давайте. Так. Все. Так. Выбор игры. Так. Что за выбор? А, карта. Карта. Давайте, давайте выберем. Так. Ну, не знаю. Не знаю. Слушайте. О, давайте вот эту. С дорогой там где-то. Ой, я утопился такой уже. Все, началось. Так, угу. Так, я надеюсь, все понял. Так. Будет так. Угу. Давай, 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 хотя бы на меч, на меч, на меч. Так, давай мне меч. Да блин. Нормально. Также нам нужны блоки, не только на это оружие. Но зачем я с оружием начал? Ну, оно тоже нормально. Уже начали отстранять кровать, ё-моё, надо побыстрее. Так, придется
шерсть купить, похоже. Ну, а тут золото еще не падает. Но оно со временем потом будет как, ну, по логике падать. Ну ладно. Так, алмазы, золото. Так, нам нужно, что нам нужно? Так, тут 20 надо железа. Так, ну что, поначалу я поставлю шерсть. Вот так, красивенько, вот. Так, вот так, вот так. Одну сломаем. Идем дальше. Тут, так, еще надо 3 слитка железа. Уже 2 осталось. Так, все, последний и... Ура! Все. Покупаем броню. Ты... Ну и хорошо, вали нафиг. Так, ребята, все остается. У нас все работает. Да. Ну, меня, слава богу, чего почему-то пощадил. Или сам меня испугался. Так. Ладно, давайте купим блоки. Чтобы, например, там подстраиваться выше. Ну, еще шерсть. Так, ну шерсть нам больше как бы... Так, забираем ее нафиг обратно. Нам нужнее будет сугдоров. Так, во, я вижу там алмазики. Так, добываем. Также нам, ребята, надо еще в прятки сыграть. Это самое прикольное. Превращаться в блоки или просто самому охотиться. Ой. Не надо. Я хочу жить. Не надо. Где? А где он? Ай! Я выжил, ё-моё. О, какие чудо. Блин, у меня фигово все. У меня все фигово. Я один. Так, мы же попробуем парное, если, конечно, я найду. Надо найти. Ну, выбрать. Ну, давай. Так, еще блоки купим. Блоки. Очень нужны. Ну, это все хорошо, спасибо, не скрыть. Так, я, пожалуй, попробую забрать алмазик. Так, ну а кто вообще остался против меня? Нет, не интересно. Ой, мы так 9 алмазов забираем. Серега очень странно. Также игрок. Так, 3 игрока осталось. Так, вот так построим. Так, кто так? Блин, надо было еще дорогу застроить, чтобы они не ушли. Ну ладно. Пусть что будет. Так, это... Блин, вообще. Так, ладно, берем вот это. Ой, так. А где это вообще зовут? Так, о, давайте прокачку. Во! Так. Мне как-то страшно. Ой. Может, нашу... Надеюсь, меня не найдут. Если не найдут, будет отлично. Надеюсь, он не додумается сюда пойти. А если додумается, то он умный. Так, я же кирку не купил. Блин. Так. Так. Давай. Ура. Так, и что там я хотел? Вроде как броню. Во.
Наконец-то. Нам это больше не надо. Так, попробуем сейчас поить. Ой, я его вижу. Я его вижу. Это как-то... А! Это что сейчас было? Это что сейчас было? Это что сейчас было? А это что сейчас было? А он идет ко мне. Он идет ко мне. Не-не-не-не-не-не, челик. Давай договоримся. Давай договоримся. Давай ты не будешь. Давай ты не будешь. Давай ты не будешь. Давай ты не будешь, пожалуйста. Ну, плиз. Ну, не надо. Ну, не... Ё-моё. Ну, тут шансов не было. Ну, ладно. Не, я реванш хочу. Я реванш хочу. Не. Ну, второе место, это уже нормально. Так, ну... Нормально. Так, давайте, ладно, не будем задерживаться, давайте сразу в прятки. Не осуждайте в комментариях, как я играю вообще. Так, наверное, нам придется на другой сервер зайти, выйти из хайва. Наверное. Ну, или тут давайте попробуем найти этот режим с прятками. Придется, наверное, выйти. Я тут не знаю, есть ли этот режим или нет. Так, что же выходим? Ой. Так, ребята, я зашел на другой сервер. Так, о. Блин, что-то сейчас лагало, но вроде нормально сейчас. Так. Ищем SkyWars, BedWars. Это уже нам не надо. Ищем прятки. Так, это шахта, SkyBlock. Так, если вы хотите, кстати, вторую часть, то давайте наберем где-то, ну, один лайк, один лайк. Да, давайте один лайк наберем, это же... Ну, это же сложно. Ну, ребята, ну, смотрите, это очень сложно. У вас не получится. Ну, какой-то лайк, один лайк набрать. Кого я вообще обманываю? Так, ладно, ой. Так, ладно, ищем. Так, это не то. Так, зомби... О, давайте в зомби-апокалипсис. Давайте попробуем. Так, давайте... Убежать от зомби... Арена, так. Ну, давайте попробуем арену. О, стоп, я же тут на этом сервере играл когда-то, помню. Вот, ребята, если вы смотрели мои старые видео, то, блин, а, я же не на хайве снимал ролики, а на лайфбот. Или болт, как-то правильно читается. Тот самый паркур. Так, паркурим. Ой, да вы серьезно? Я так сейчас хорошо паркурю, а он меня этого телепортировал. Ну ладно. Один. Поехали. А, еще один таймер. Так, ага, я понял, нам будет... Ну, блин, так, ладно. Сейчас мы будем сражаться вот против этих трупачел. Да, это трупачелы, потому что это в принципе как и трупы живые, но они зеленые. Так, нам самое главное не попить. Не-не-не-не-не-не, да, самый ужасный ПВП сражение. Так, ай. О, все, первое это. О, 5 монеточек. 7 золота. Что нам? Так, давайте выходите на полтайте. Так. Где же? Во-во-во! Ой, ё-моё, это какие-то мумии нафиг. Ой, ё-моё, на-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 
нами. Сюда.
Так, а это, шоп. Так, пока есть время, нам нужно посмотреть. Так, блин, я... Вот так. Что купить? Вот, давай. О, хватило. Это хорошо. О, кого-то уже броня, да. Ой, а вот так. Так, тут. Так, погнали. Так, так, еще мы этих. Никакой тактики тупо мощный. А вы сейчас серьезно? А как там этот игрок оказался? А че он там спрятался? Так, ладно. Давайте что-нибудь, давайте, о, меч, вот, железный такой, давайте еще попробуем, чего-то так много, я вас не звал, идите на, так, ребят, ой, а у меня мало жизни, так, фух, я выжил, спасибо. Похоже, на этих обои. Так, ладно. Так, давайте я сейчас попробую. Вот, жизнь мы остановились. Давайте, вот. Да блин! А, у меня не хватает. Ладно, давайте будем ждать. Так. Так, жесткий анскил. Так, вы этого не слышали. Я не понимаю, за что меня хейтит то, что я играю здесь. Потому что такое. Мы сами попробуем так. Так, ладно, я еще до другу заговорил. Так, давайте погнали. На, получайте. Куда? Ой. Сорян. Так. Человек, игрок. Сорян, красивый. Так. На. Так. Фу. Таймер. Так, что можем купить? О, вот, железная броня. Так, я же могу алмазную потом? О, да, все, короче, купим на алмазную броню и становимся самыми крутыми. Так, блин, я вот пропустил один раунд, ну ладно. На, где там зомби, вот, зомбари, там, скелетоны, куперы, мясо вам, так. Погнали. Ой, ё-моё. Да блин, да я серьезно все пропускаю. Да блин. Ну так неинтересно. Ну ладно. Так, еще где-то зомби. А, нет, все. Так, давайте сюда заранее. Так, ладно. Давайте, спавнитесь. Давайте. Поехали. Нападай. Да. Так, а что за эти монеты вообще можно купить? Что именно? Так, ладно, давайте посмотрим. Так, вот тут. А, нет, это вообще рынок. Не. Это не то. Вообще так. Что еще? Так, ладно. Давай!
Так, вот блин, еще не хватает. Давайте еще 7 золотых слитков. Так, идем, идем, быстрее, быстрее. У кого-то уже алмазный бриллиант. Ничего себе, на-на-на-на-на-на-на. Дайте мне тоже накопить на алмазную броню, ну, пожалуйста. Так. Так, давайте попробуем сейчас пойти вот туда. О-о-о. Так-то будет. Ура! Я накопил на алмазную броню. Ура! Сейчас наденем. Точнее, купим. Все! Я алмазник. Я алмазник. Не-не-не-не-не. Так, ё-мо. А, ё-мо. Это зараза. Процесс хороший. О, уже практически все в алмазных бронях. Паук. Ну, смысл мне убивать. Так, ладно. Давайте что-то купим. По типу давайте зелье купим какое-то. Во, сила. Давайте попробуем. Поехали. На! Получайте! На, ё-моё! Какой жесткий. Я веду себя как малолетка, но я не малолетка. Это очень гениально, это очень логично. А стоп, а этот раунд очень долго будет длиться? Это до бесконечности типа играем? Ладно. До бесконечности, так до бесконечности. Так, защищаем это. Сейчас нашего друга, на. Ай! Ай! Так, отлично. Так, кто-то так, кто-то тарапарапарапам-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 пам. Так, зомби, идите сюда. Скелеты, криперы. Наши любимые. Нормально, у меня же было 7 слитков золота. Так, давайте еще с этого. Во, это что? Это что? А, нет, это нам вообще не надо. Зачем я купил? А, давайте сейчас его купим. Так, нападать. Так, отлично. Да блин, у меня 7 золотых слитков не хватает на стрелы. Ну, кстати, еще у меня лук и стрелы, однако. Он еще. Все. Финиш. Так, ну я думаю, пожалуй, сегодня заканчиваем. Пока что не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Ну а с вами был Сокплей. Всем удачи и всем пока. Вторая часть на 1 лайк.